13 июля, 14 год, Харьков, 16-18 по Киеву. Отошел я чуть подальше от места события, потому как там радио это орет, не слыхать ничего вообще. Так, знаешь, какая у нас расстановка сил? Где-то час назад, наверное, развели два митинга собравшихся возле памятника Ленину. Проукраинский митинг остался возле памятника Ленина. Про краснознамение. Про сталинский. Там флаг Иосифа с портретом Иосифа Виссарионовича. Рабочая какая-то партия Украины. Чуть вперед выдвинулась разведгруппа. Вот только что там было пару человек уже. Я смотрю, все больше и больше подтягивается. Вон он, если Фессарионович. Никак его ветер не поднимет. Так, ну и про украинские силы. Флаг Украины, флаг НАТО. Большой флаг Украины. Флаг громадской самообороны, гражданской самообороны. Флаг крымских татар. Украине потребна надея. Уж не знаю, это вообще имеется в виду или надежда, та, которая клёчица, которую захватили ополченцы и переправили в Россию, в Воронеже сейчас. По-моему, Надежда Савченко. Савченко, не помню фамилию. Украинская лестница, которую российская сторона заявила, что она беженкой пересекла границы Российской Федерации. Там была схвачена и обвинена в причастности к убийству российских журналистов на территории Украины. Так, вот там еще это палатка гражданской самообороны Харькова с агитационными материалами, предложениями вступить желающим в ряды самообороны Харькова, внеполитическая организация, защищающая гражданский порядок на улицах и территориальной целостности Украины. Так, подтягивается опять памятнику Ленина. Ну, сейчас подойдем туда, дабы все это вживую наблюдать вблизи. Ну вот и милиция сразу реагирует. Ну правильно, потому как это чревато. Не забываем о предупреждении ежедневно, а каждую субботу.
субботу романтическое ночное шоу, которое объединяет сердца. Телефинал. Сад Шевченко. 7-00-94-00. Вечер перестает быть томным. Информация для роступи. Відпочинок для душі. Спільна музика та корисні новини для ділових людей. Тільки бізнес та музика, що не заважає. Бізнес Радіо 106.6 FM. Сторонники Иосифа Виссарионовича остались на своих местах. Уже время на лучших плоскостях. Мы делаем рекламу, работающую с максимальной отдачей. Вашу рекламу увидят, услышат, поймут. А сюда подтянулись люди с одиноким. Рекламное агентство «Симон». Неожиданное решение. Ожидайте. Черно-коричневым флагом. Праздник большого футбола снова в не вполне понятно. С 12 июня по 13 июля большой футбол в ресторане «Континент». Большие экраны, душевная компания, огромный выбор пива и особенные закуски от наших поваров. Это не Рио-де-Жанейро, это «Континент». Пророссийские же силы, антиукраинские. Дом в центре Харькова, по улице Клочковской, 15 минут от метро «Университет». «Доминион» — это современные, уютные квартиры по доступной цене. «Доминион» — твое новое поведение. Или просто георгиевская, макрогеоргиевская ленточка. А, антифашистка, он вижу. Материнські очі, як багато вони можуть сказати тобі без слів. Для них щастя просто бачити тебе. Ми працюємо, щоб очі матері зяли в молодості. Офтальміка – сучасне лікування катаракти. Мебельний центр «Маршал» – второй.